губернатора Калужской области, непосредственно осуществляющий руководство Министерством цифрового развития Калужской области Дмитрий Олегович Разумовский и сопредседатель Совета по информатизации и цифровой экономике Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии Павел Анатольевич Басин, заместитель директора по экспертно-аналитической работе фонда «Росконгресс» Григорий Павлович Великих. Пожалуйста, присаживайтесь. Подписывается соглашение о сотрудничестве в вопросах создания и функционирования регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта между Министерством цифрового развития Калужской области, фондом «Росконгресс» и Международным союзом неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии. Пожалуйста, обменяйтесь папками. Поздравляем участников с подписанием соглашения.